Сегодня у нас соревнование бокса трофи снова. Мы участвуем. Мы будем проверять проходимость Нивы. Мы сегодня участвуем в категории Pro. То есть есть Light, Pro. Мы сегодня будем в Pro. В самую жижу поедем. Говорят, будет и болото. Но самую жизнь мы оставим все-таки на потом. Сначала пройдем самые простые точки. Нашу малышку мы подготовили к этому соревнованию. Единственное, что мы не успели поменять колеса, потому что нам нужно резать арки. Но мы поставили пневмоблокировку. Я не знаю, как называются эти все детальки, ступицы, вот эта вот вся херня. Мост мы поменяли. Вот, мост у нас Иштехно. Хотя нам сказали, что мост из Иштехно это какое-то говнище. И надо что-то другое ставить. Ну, в общем, в любом случае, влито кучу бабла на подвеску, кроме амортизаторов и пружин, мы поменяли, наверное, все. То есть мы сейчас готовим машину к большим колесам, усиливаем все-все-все агрегаты, чтобы это, короче, не ломалось. Нам уже выдали листочки. Здесь мы будем отмечать, какие точки мы прошли, сколько за них баллов. Все готовятся, все нервничают, у кого-то что-то накануне летит. Все готовили свои машины, ковырялись буквально до ночи. О, посмотрите, бестия, бестия несется. Скорей, 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 скорей. Снимайте бестия. Мы сегодня будем соревноваться с бестией, представляете? В прошлый раз она была в другой категории. Кокосик, я просто думаю, не будут ли нас таким названием тормозить гаишники чаще. Кокосик. Вот, ну либо кокосик, либо кокос, но кокос слишком откровенно. В общем, в комментариях делитесь. Может быть, какие-то идеи у вас есть, как можно назвать нашу машину. Мы тоже хотим ее назвать, чтобы вот прям ехала и говорили, вот кокос поехал, да, или вот как бестия. Так, значит, машина у нас потихонечку принимает форму леса. Вы уже видели, да, что она все... Погнута, дверь у нас уже не открывается сама. Это все мы отрываем, потому что сюда забивается грязь и все это отваливается. Лебедочку мы уже подготовили, все уже размотали. Сегодня мы особо не рассчитываем ни на какие, ни на первые места, ни вторые даже, ни на третьи, потому что ребята, которые против нас, все-таки более опытные, более подготовленные. Ну и, ну хотя... Кто знает, может, все-таки займем. Что-то меня понесло. Слишком длинный разгон. Первую точку мы сфоткали, но об бревно у нас погнулась защита. Она нам раскурежила вон все. Сейчас ее надо снять и продолжить. Потому что она начала стучать. Мы сначала не поняли вообще, что это такое. Мы думали, все, сломались. Она стала болтаться. Это защита стандартная. В Нива 4x4 нам поставили, но на это не рассчитано. Запчасти-то целые наши? Да вроде да.
поцарапали кардан, но живой. Блин, самые легкие точки сломались. У нас уже бешеный хантер перевернулся, но они вроде звонили, сказали, что планируют продолжить сейчас. Их перевернут обратно. Так, это наша вторая точка. Мы вытащили защиту, сняли ее, короче. И вот теперь мы едем в грязюку, в которую в прошлый раз мы не ехали. Здесь ездили только про. Вон у нас на хвосте прискакало бестия, которое участвует в про. Поймали бревно. Нам теперь немножко не разъехаться. И нам надо обратно уехать и сфотографироваться с точкой. А им бестии, видимо, туда. Но мы туда не сунемся. В принципе, не страшная грязюка. В принципе, он тут проедет. Надо тут, короче, найти точку. Я пока ничего не вижу. Вот какая-то. 24. Сюда! Так, это четвертая точка. Точнее, на подъезде четвертой точки мы в такую жишку упали. И сейчас будем вытаскиваться лебедочкой. Главное, чтобы елка не сломалась. Блин, это жесть. Приобрели новое жилье и не знаете, кому доверить сложные электромонтажные работы, наша команда поможет вам с ремонтом. Бесплатная консультация и выезд на объект. Работа без посредников, адекватные цены, профессиональный инструмент и подбор качественного материала. Выполним монтаж и замену электропроводки в квартирах и домах. Мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Для консультации, первого выезда и предварительного расчета звоните. Наши контакты в описании к этому видео. Да! Так, подъезд к третьей точке, и нас ждет еще вот такая лужка. И главное, что это все точки. Это эпично! Стой! Не, ее вытягивать надо прямо тогда получается, он туда затягивается. И тянешь в бок, мы можем раздуться. Как будто бы она еще больше вязнет. Подожди, подожди. Что это? Это бревно. Господи, я испугалась, что это какая-то запчасть. Все нормально. Все нормально.
ненормально. Нет, пока не разбортировались. Задние тоже нормально. Давай, может, перевяжемся теперь к этому дереву. Тут везде жижка. Подъехали к третьей точке. Но она у нас находится вот на таком камушке. Смотрите, 21-я точка. Вот такой камень. И Нивке надо будет заехать сюда. Ищу следующую точку. Вон там какие-то камни. Мы по уши в траве, но это лучше, чем болото. Мы сейчас увязли, раза, наверное, 3 лебедились в болоте, но благо оно быстро кончилось. Стоим, остужаемся. Машина стала красивой, чистенькой. И это... перегреваемся мы. Мне кажется, что это дохлому припарка. Вот эта водичка. Почему? Нет. Чтобы вы понимали, сейчас 30 градусов. У нас же вроде все вентиляторы работают, да? Работают, но у нас все грязное, забитое. И просто для такой вещи не предназначена Нива. Надо радиацию другой покупать. Вот по такому пролеску мы прёмся. Это настоящее внедорожье. Тут действительно нет дороги. Здесь проходят высоковольтные провода. Поэтому тут порублен лес. Ой-ё! О, надо пристегиваться. Обо что это? Пни. Пни, блин, я надеюсь, мы не оставили на этом пне ничего. Вот видите, папоротник. Практически выше машины. Ну, надо потихонечку двигаться. Интересно, тут бестия, наверное, пролетела просто. Если будешь лететь на этих пнях, ты просто ставишь. Они, конечно, быстрее нас ехали. Ну, это какой-то торф, но он не проваливается. Я думаю, что ты тут... проедешь. А, я провалилась! Нет, он проваливается, Дим! Ты хочешь пролететь? Не, я думал, это грязь. Убери бревно! Надо потихонечку. Вот это бревно убрать. О, Господи! В ямку бух, провалилась Нивка. А что у нас тут из деревьев рядом? Не копай! К чему бы привязаться-то? Может, он к тому пню? Сейчас будем искать, к чему привязываться, короче. Хотели про, получите про. Посмотрите, как нам тут проехать. Тут есть чьи-то следы, уже кто-то проезжал. А как мы проедем? Я пока не очень понимаю. Мне кажется, она так не сможет.
куда спрятаться. Ну что? Блин, штурман из меня так себе. Мне кажется, мы приедем с бревном, торчащим из одного места. Вернемся в лагерь. Да нет, ты жопкой, видимо, упал. А спереди колеса не стоят. Не цепляются. Давай лебедиться. Вот потихонечку влево. Поворачивай на меня. Давай, давай, влево. Влево колеса. Давай. Газуй. Давай. Давай, тягивай на меня. На меня. Так. Тихонечко. Знаешь что, я сейчас не нажимаю вообще на газ, она просто сцепление ехала. Вот сейчас заглохла только, я не знаю. Так да, я тебе говорю, ты перегазовываешь. У нас же все... Вообще газовать не надо. Почти нет. Блайте. В прошлый раз было интересно с вами точки находить. А вот здесь про интересно вообще в принципе доехать и выжить, да, выехать из этого леса. Потому что мы полышки проходили и, конечно, там интересного куча. Особенно мне понравились мошки, грязь. Ну, кстати, лебедились мы не так часто. Ну, конечно, тяжело, тяжело. За речь не о победе и каком-то месте, а просто заехать. Значит, смотрите, следующие точки у нас вот в таком вот прекрасном месте, вот там вот вдалеке. И нам надо как-то с нашим клиренсом проехать вот по этим камням. Они довольно... Ну, короче, тут можно, мне кажется, полмашины оставить. Не знаю, давайте пробовать. Ой, я не знаю, господи боже. Это какой-то кошмар. Нет, стой! Назад! Назад! Ну да. Да, и, конечно же, хорошо вот у Димы свело обе ноги, ему очень длинному неудобно в маленькой Нивке. У него свело ноги, и мне даже удалось посидеть за рулем и принять непосредственное участие в этом соревновании. Ура, мы выехали из этого леса проклятого. Как ощущение? Что у вас лицо? Видели, через что я прошла? Это было ужасно. Она вся трещала, прыгала. Блокировки!
посмотрите, какая жесть. Это не лайт. Это не лайт. Это профи. Хотя мы тут нормально вроде едем пока, да? Ну это единичные, потому что. Ну я могу сказать, что в лайте ты на каких-то точках отдыхаешь. А тут каждая просто боль и страдания какие-то. Ну вот это, кстати, тоже легкая была. Просто заехать сюда. Возвращаемся из лагеря, а тут додж стоит. У них что-то с двигателем. В общем. Тащим на трассу доджик. Они сказали, что они собрали последние пятибалльные точки, которые были добавлены. Да? Какие-то добавленные. Может это. 33 там 32, да. Мы до них не доехали. Подожди, мы 33 взяли. А, нет, там еще другие, там типа 30-ки какие-то были. В общем, судя по всему, места нам не светят, но машина более-менее целая. По-моему, сегодня мы даже не потеряли ни одного вентилятора и расширительного бачка. Хотя мы закупились вентилятором. Дима один починил нам вентилятор запасной, старый. А расширительный бачок мы купили на этот раз. Никакой изоленты. Но он нам не понадобился. Блин, интересно, как там Саша? Они же перевернулись и продолжили участие. Сейчас приедем в лагерь, доедем и будем смотреть, что там. Доджик едет? Да. Едет. Как оно тянет? На пониженной? Да, так же грузовики так и работают в основном. Лошадок мало, а буры такие водят. Просто на износ сегодня машинка. Короче, Дима не все снял, как я в лесу через бревна. Это просто была жесть. Там навалено елки, бревна, дырки из камней. И, короче, и мы как-то. Я как-то проехала там. Нивка вообще просто. Она нас, конечно, подводила пару раз. Ну, приходилось лебедиться, но. Мы добрались. Да, я понял. Мальчик. Мальчик с нами. Так. Я покажу это. Погнали. Погнали, он сказал. Фу. Ну, в общем, это соревнование было новым приключением для нас. Но я очень рад, что мы нигде не встали и не. Сломались. Мы даже с перегревом, в принципе, проблема была решена. Да, мы ехали с печкой, мы ехали с двумя включенными вентиляторами, но ни разу не закипели. Последние разы, вот как лето началось, весна, мы все время кипели. Хотя бы разок. Вот. Смотрите, нас встречают. Интересно. Ну-ка, ну-ка. Нас никто не встречает. Все здесь уже, они уже хавают, наверное. Плав, плав, оставьте нам. Кто бы мог подумать? Ой, Тимон! Тимон! Значит, в нашей легкой и сложной категории третье место у нас занимает УАЗик 449. Это чей? Капитан. Шторман тоже подходит. Шторман, я прилеплю. Весь Южно-Сахалин пробировать будет. Серебро. Попросим в нашей лайтухе у нас занимает. Пожалуйста, ребят. Трейлблейзер, поздравляем. В войне, потому что в хорошем. Штурман. Где штурман? Это из-за штурмана и из-за пилота. С большим отрывом. Первое место. Категория лайт. Женский коллектив. Поздравляю! Это значит, знаете что? Что в следующий раз вы у нас едете сражаться с ПРО. Молодцы!
испытания же давали. Так, теперь крутышки, отважившиеся поехать так, третий, да? В тяжелую категорию. И главное приехать. То, что у нас называется про, а для некоторых как бы так, чисто прокатиться. Да, мы грязные. Никита Горш. Кстати, да. Давай. Не так заспелось. Знаешь, в чем прикол? Что у нас на грамотах на всех разные фотки. Ты знаешь, какая фотка на мои поздравления? На втором месте, до которого ты не дотянул. Твоя. Толик. Давайте, давайте, вперед! Второе место почетное. В следующий раз дотянете. Ну, если там не выпулит. Поздравляю. Улыбается, стоит, что думать. Первый, что ли? Тебя баги объехал. Хватит, да? Да ладно. Бесте? Почему не удивлены так? Да. Вообще не удивительно. Нива едет, да? Парни, вот, я хочу сказать для тех, кто не знаком с экипажем Бесте, хотя все знакомые. Вот, по-моему, ребята еще ни разу ниоткуда не уехали без бомбочки. Спасибо. Организаторам огромное спасибо. Да, спасибо. Мы хотели палатку просить. В лайте будем. Мы были в лайте. Мы были в лайте первого вовка. Были. Приехали. И набрали точек на приехали на про, да. Золотым поршнем. Да. Вот так было 4 на про. Ребят, всем спасибо. Давайте кушать. Вам спасибо. Общее фото. Давай сейчас. Сейчас я уберу.